зовут меня Игорь Дугинец. Я уже очень много лет, ну, 20, больше 20 лет занимаюсь продажей автомобилей, уже 6 лет занимаюсь продажей электромобилей, Лифы, Теслы. Ну, вот это, например, Tesla Model Y 2021 года выпуска. Она абсолютно новая была куплена для человека, клиента, привезена в Днепр под ключ. Разгоняется за 4 секунды до 100 км в час. Очень необычная, вы видели, да, то есть только все управление, в принципе, с монитора. Один монитор, за рулем ничего нет. Здесь полный привод, два мотора стоит, да. Великолепная, необычная машина. Это, наверное, опция белый кожаный салон, белоснежный. Вот, обычно они с черным салоном идут. Машина надежная. Она, кстати, это первая модель, у которой есть тепловой насос. То есть она зимой должна, по идее, мы еще не пробовали, экономить энергию батареи при отоплении салона. Ну и, конечно, она доставляет массу удовольствия при вождении. Особенно у нас в Днепре по набережной. Это уже Днепропетровске давно работаете? Или? Да. Уже, я говорю, 20 лет. И кроме этой модели еще что-то было? Нет, ну, Nissan Leaf, Tesla BU. Это просто абсолютно новое. Это первый раз вижу новую машину. Вот пошел такой тренд. Вот. А до этого, конечно, все BU автомобили. Nissan Leaf это, ну, почти 300. Расскажите, как дела с заправками обстоят? Отлично обстоят дела с заправками. У нас и по городу много, и AutoEnterprise, и Ionity. А вообще люди, когда покупают электромобили для себя, им, в принципе, не нужны заправки по городу. У них есть место дома, кто-то даже с окон свешивает, кто-то у кого-то есть гараж, стоянка, парковка, паркинг на работе. Возле офиса можно воткнуться. То есть проблем абсолютно нет. Даже уже путешествовать по Украине можно на электромобилях спокойно. Даже с машинами с плохой батареей. Только на Киев 5 скоростных зарядных станций. Единственное, что нужно дотянуть 150 км до Решетиловки. А там дальше все элементарно. То же самое на Одессу, в Одессе, то есть проблем нет. Ни с зарядными станциями, ни с запчастями, ни с чем.